С 28 апреля по 18 мая в Курганской области введен запрет на посещение лесов. В этот период гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта. За нарушение запрета жителям региона грозит административная ответственность в виде штрафа. В Курганской области определили победителей конкурса «Экспортер года-2023». В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победителем признан Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования. «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» – общество с ограниченной ответственностью «РусАгротрейдинг». В номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия» – «Фруктолайт Экспорт». Прорыв года – индивидуальный предприниматель Чунина. Предприятие производит буровой инструмент для геологоразведки. Продукция экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. В Шадринске прошли окружные соревнования по тяжелой атлетике. В них принимали участие около 300 атлетов из 6 регионов. За команду Курганской области выступили 46 спортсменов из Шадринска, Кургана, Шумихи и Петухова. За все дни соревнований в копилку сборной было завоевано 12 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых медали. В этом году в Курганской области планируется привести в нормативное состояние 9 мостовых сооружений и порядка 300 километров региональных и муниципальных дорог. Подрядчики уже приступили к работам в Белозерском, Шумихинском, Китовском, Альменевском округах, а также в Кургане и Шадринске. Напомним, что с 2019 года в регионе приведено в порядок более 2000 километров дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения. Зауральскими оперативниками задержан 21-летний житель Челябинской области, подозреваемый в совершении мошеннических действий. Согласно распространенной схеме, ваш родственник попал в ДТП, злоумышленник похитил 217 тысяч рублей у 89-летней жительницы села Шатрова. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. В Ижевске прошло первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены детско-юношеской спортивной школы номер 3 города Кургана. Кира Храмович завоевала бронзовую медаль в дисциплине «Скоростная стрельба» из пневматического пистолета по 5 мишеням с расстояния 10 метров. Игорь Тупицын завоевал 3-е место в дисциплине ММП-40, а также вошел в первую десятку лидеров первенства России, заняв 6-е место в дисциплине ПП-60.